Ритуал на счастливый шанс в жизни на единорога в Новый год. Ставим единорога на алтаре между двух металлических елочек, лучше золотого и серебряного цвета, но годятся любые. Золотой или серебряный алтарь усилит ритуал. Сработает быстро. Вьюль сработает сильнее, чем Новый год другой, потому что мы обращаемся к Локе. И говорим, скачи меж лесов Асгарда и Тунхейма, донеси мне редкий и счастливый шанс. Скачи к престолу Локи, попроси для меня счастье и выигрыш. Попроси Локи дать мне счастливый шанс в этот Новый год. Шанс один из миллионов, пусть мне выпадет. Локи, подари мне этот шанс в подарок, прошу заклятое. Алтарь стоит 2-3 часа, после можно убрать. Шанс придет в течение года, потому что единорог приносит счастье в любом случае. И большую-большую удачу перемены. Переезд резкий. Мы его шлем гонцом к Богу. Совмещаем счастье. Можете сделать свой ритуал, можете воспользоваться моим. Сработает дым одинаково. Это он по лесу скачет, золотому, нереальному лесу. Ну вот я заканчиваю ритуал, уже не прошло 2,5 часа. Если вы посмотрите, насколько тяжело на него даже смотреть, когда вливается сила Бога. Сидеть уже рядом невозможно. Вот расклад. Есть ли итог ритуала и что будет? Итог есть, желание исполнится. Кто хотел найти хорошую работу, престижную, тот найдет. У кого свой бизнес, и он хочет клиентов или развития, он получит. Кто хочет любви, к ним придет любовь. Но это не страсть, а именно большая любовь. Кто хочет общество, попадет в общество. Кто хочет машину приобрести, тот приобретет машину. Вот как бы другие желания тут не отсветились. Это основные. Или у вас что-то, даже если что-то очень нестандартное, протекцию может дать, учебу может дать. В институте за государственный счет. Это все будет, получится.